Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dead Gambit. Ну что ж, поехали, я немножко уже поиграл, посмотрел, что она себе представляет. Ну и, как говорится, немножко разобрался, что для чего. Поэтому нам будет немножко сейчас проще начинать. Так, я выберу, пожалуй, ребята, солдата. Мне не понравилось играть за ассасина, будем за нашего бойца. По крайней мере, я знаю точно, что ему нужно развивать силу. Так, соглашаемся. Вот, какой-то тут дракон. В Райле его звать. Начинается с нами диалог. Да, ребята, а мы с вами, честно говоря, павший боец, которого к жизни вернула смерть. Мы ее увидим сейчас. Так, вот она, ребята. Именно она меня вернула к жизни. И, так скажем, даст мне смертельный контракт, который я якобы должен соблюдать или выполнить. Вот он. Хорошо, ребята. Также мне дали здесь манта. Такая вот лошадь. Адская. В общем, поехали мы на ней. Сейчас у нас будет, ребята, система обучения, где будут нам рассказывать, что нам нужно сделать. В принципе, так как я все знаю уже, мы по-быстренькому ее пройдем и уже будем дальше с вами играть. Да, путь долгий. Как видите, мы скачем с вами прилично. Ну, да ничего. Все, мы прискакали. Все. Тут у нас Гайанс Градл. Можно слазить спокойно, смотрите. Какие тут всякие красивые животные, изысканные ходят. Так, ну что же, ребята, давайте по-быстренькому с вами пройдемся. В общем, здесь нам говорят, что X это атака. Ну, так она и есть. Кнопка X, у нас атака идет. Тут у нас говорится, что есть меню. Меню, вот оно, ребята. Хорошо. Так, поднимите. Поднял. Получили какое-то перо. Видимо, ребята, это для записи. Короче, нажмите LB, и тогда вы можете подниматься по стенам. Да, ребята, именно так здесь это сделано. Зажимаешь кнопку LB и вверх, только в том случае он может ползать. Так, здесь что же нам говорится? А, здесь говорится, что вам нужно найти путь, чтобы ваша лошадь могла продолжить движение. Здесь, ребята, мы поднимаем с вами лук. Лук нам нужен для чего? Чтобы опустить вот эти вот врата. Для этого нам нужно сделать. Заходим в меню, выбираем лук во второй слот. Так, теперь берем, перерубаем вот эту цепь. И, в принципе, все. Да, ребята, теперь наша лошадка может дальше продолжать путь. Вот единственное, я не знаю, как мне вот тут вот посмотреть вот эту вот сферу. Не знаю, ребят, не знаю. Ну да ладно. Погнали дальше. Здесь главное, мы все сделали. Хотя подожди-ка, сейчас было так странно. Она нажала какую-то кнопку, у меня лошадь. Нет, мне показалось? Наверное, показалось. Ладно, двигаемся с вами дальше. Так, короче, ребят, смотрите, здесь у нас есть такой алтарь, где мы можем с вами поднимать уровень, я так понимаю, новые себе прокачивать параметры. Ну, пока у меня ничего нету, нужны, так скажем, сферы, определенные души. Так, здесь активируем какую-то сферу. Их, я так понимаю, три штуки нужно, ребята, здесь найти, чтобы у нас открылись вот эти вот врата. Вот сюда, я так понимаю, здесь будут врата, пока мы не можем сюда пройти. Ну что же, двигаемся сюда. Сейчас мы будем, ребят, с вами запрыгивать наверх. Так. И у нас уже начинается первая наша боевка. Здесь нам говорят о чем? О том, что если вы зажмете кнопочку B, у вас будет уворот. Вот так вот он, ребята, выглядит. Вот. Но если мы делаем этот уворот во время движение, то у нас получается, видите, кувырок. В принципе, все понятно. Да, ребята, наверху есть зеленая полоска. Это у нас стамина. Она тратится у нас за все. За удары, за увороты. Поэтому нужно за ней следить. И сейчас выйдет у нас, да, первый наш враг. Типа титана, что ли, какого-то, я не знаю. Или статуя. Тихо, ты.
Мне нравится, что у бойца очень много хп, в отличие от ассасина. Пробовал я за нее играть. Во-первых, удар ни о чем. Ну и быстро разбирает. Хотя, ребята, каждому свое. Каждому свое. Я не могу сказать, что ассасинка такой плохой класс. Нет, конечно. Просто мне не понравилось. Ну что, ребята, мы завалили этого голема. Тут, видите, Враэль сидит. Он, видимо, за нами наблюдает. Смотрит, как мы сейчас обучаемся с вами. Ну и что-то нам тут говорит. Так, он нам скидывает, ребята, перо. Вот это вот перо, которое он сейчас в данный момент бросил, это нужно для того, чтобы мы восстанавливали с вами хп. Видите, да, у нас три пера. Активируются они с помощью кнопки РБ. И мы с вами сможем подкрепить здоровье. Но пока нам это не нужно, у нас все хп полностью. Так, поднимаемся с вами дальше. Все, ребята, в принципе, дальше я уже не играл. Поэтому будем вместе уже с вами постигать. Так, пресс РБ. Ага, давайте-ка. Вот, ребята, опять же статуя здесь. И мы с вами можем здесь что-то выучить. Так, я могу влить себе одно очко в таланты. Так, ну что, я думаю, что Стрэндж силу будем с вами развивать. И сохраняемся. Level up. Плюс один к силе. Замечательно. Так, что у нас здесь пишут? Так, регенератос юзет фазер. Так, активируй перо. Активируй перо на смертельном идоле. А где здесь такой? Я не вижу, ребята. Ага, вот, смотрите, лежит кто-то. Ну, давай попробуем. Если это идол, конечно. Может быть, нет? О, тихо. Подожди, давай-ка вот так вот сделаем. Опа, нормуль. Ха, двоих сразу укокошил. Просто меч отлетел как раз. Так, что у нас здесь? Ага, вы можете блокировать удары, но также и враги носят щиты. То есть они тоже могут блокировать, да? Блок щитом у нас, ребята, делается... Зачем я перо сейчас активировал? Зачем ты это делаешь? Ё-моё, я не ту кнопку, ребята, сделал. Вот у нас щит с вами. Видите, мы блокируем удары, но при этом у нас опять же, ребята, тратится стамина. И знаете, в чем еще преимущество вот этого вот вояка? Я когда играл ассасинкой, да, она не могла пробить этот щит. Как видите, вояка его просто разрубил. К ядре, а не фене. Ладно, двигаемся с вами дальше. Так, здесь я не могу подпрыгнуть. Воу! Тихо! Щит. Ставим щит. Ребята, у нас с вами есть лук. Поэтому этих говняков мы можем просто-напросто с вами расстреливать. Ага. Да что ж такое-то? Да чем мы паримся-то? Здесь можно вот так вот все сделать. Просто перепрыгиваешь и все. Кстати, смотрите-ка, что это такое у нас? Кристальная бомба какая-то у нас была. Ходит сейчас. Так, смотрите-ка дальше, что у нас здесь. Доджи ролл. Какая-то атака. Непонятно пока мне. Иди отсюда. Ох, ребята, хпшки я очень сильно трачу. Дайте-ка мне лук взять. Надо активировать, ребята, перо. Иначе заколбасит. Так, давай сносить этого говнюка. Есть. Пока вроде бы неплохо. Так, здесь надо опять ползти. Перепрыгиваем. Вообще, это я, честно говоря, ребят, люблю игры вот именно вот такого вот жанра. Так, давайте мы, наверное, сейчас с вами будем сюда вот перепрыгивать. Не знаю, правильно ли мы пойдем или нет. Опять у нас здесь статуя. Так, хорошо. Давайте себе что-нибудь повысим, какие-нибудь параметры. А что у нас здесь есть? Это понятно, level up. А вот что вот такое? Sacrifice. 30 душ, типа, нужно. Для чего? Не знаю. Так. Повысить урон? 100%. Перо 120%. Ха, пока, ребята, не пойму, что это такое. Но давайте-ка. А вот здесь вот если посмотрим. Не могу врубиться пока. Так, у нас с вами 65 шардов, да? Давайте с вами, наверное, еще силу повысим. И, пожалуй, все, ребята, больше ни на что у нас не хватает. Ладно, принимаем.
Вот мы получили еще один левел. Так, покидаем. Ну, а, ребята, вот, я понял. Мы с вами одно перо получили. То есть мы за души можем еще и перья покупать себе. Так, ого. Смотри-ка, смотри-ка, ребят. Че, мне с ними нужно драться, что ли? Так, атакуйте врагов. Короче, парень на репу. А, мне, ребята, нужно, видимо, накопить, да? Да хорош, серьезно, что ли? Они, по-моему, ребят, не шутят. Да, оу. Что это у тебя такое? Что это за аура, а? Ребята, на Ю. Мне показывают что-то активировать. Давайте попробуем. Нифига. А, это мы сняли, видимо, с него защиту. Обилка, она у нас откатывается, ребята. Да, точно, я не могу пробить. А если мы вот так сделаем? Все, в принципе, мне теперь понятно, ребята. Оу, меня заколбасили. Офигеть. Два удара ему было достаточно, чтобы меня положить. Но, как вы знаете, у нас вот эти вот статуи дают нам рез именно здесь, ребята. Так, возьмем перо и попробуем сейчас еще разок с ними справиться. Ну, эти-то понятно, это лошпены. А вот эта вот статуя, которая плюс еще делает себе защиту, это, конечно, вообще не айсово. Так, ну давай, иди сюда, гад. Это самый, ребята, легкий и простенький босяра. Самый начальный, даже так скажем. Давайте. А, бесполезно, бесполезно, ребята. Нужно вначале его пробить. Вот, вот так это делается. Теперь уже только можем атаковать. Хорошо, что он там делает? Опять вешает на себя эту защиту. Мы, естественно, уворачиваемся. Так, сейчас я буду контрить, ребята, его. Все, погнали. Не так уж и много у него здоровья осталось. Готов, гнида. Ну. Ну что же, мы с вами активируем вторую какую-то сферу. Так, отлично. Загорается. И еще должна быть где-то одна, третья. Нужно нам ее найти. По роликам, ребята, я посмотрел, боссы здесь будут просто охрененные. Просто охрененные. И причем их тут будет тьма тьмущая. Фу, я даже не знаю, нужно ко всему, ребята, привыкать. К ловкости, ну, сами понимаете, да? На все очень быстро реагировать, пока я сейчас играю как черепаха, елки-палки. Несмотря на то, что я на джойстике играю. Так, иди сюда, хламон. Что ты там выделываешь-то? Мне хоть вниз надо, а? Не знаю, ребят, прыгаем. Опачки. Так, что-то подобрали. Ох ты, а вы что, ребята, обратно, что ли, респайтесь? Мы так не договаривались. Так, давай еще раз. Вот так, вот разнесли. Да, ребята, они обратно респайтятся. Охренеть. Так, дай мне вот это вот поднять. Опа-на, какой-то с вами новый меч нашли. Давайте-ка его посмотрим, круче он или нет. Как понять, круче он или нет, а, ребят? Ну, я предполагаю. Ну, ты будешь вставляться или нет? Так, давай-ка вот так вот мы с тобой посмотрим. 51 дамага, да? И 2 стрэнджа. Хорошо, а здесь? 7 стрэнджа. 53 дамага. Естественно, он должен у нас стоять. Но он почему-то не хочет, ребят. Интересно, почему? Так, если мы вот этот вот снимем, а вот этот, например, наденем. Слушайте, по ходу дела это вообще не для меня. Наверное, я так понимаю. В данный момент он просто не хочет его одевать. Не знаю, по какой причине. Иди ты отсюда, а. Достал. Как же мне теперь наверх-то попасть? Вот что меня интересует, ребят. Ха, странно. А я не могу попасть сюда. Иди отсюда. Что же мне тогда делать-то придется? В чем прикол? В чем ловушка? М? Да ё-моё, сколько же вас здесь? Да ладно, блин, ты посмотри, что...
что творится, ребят? Просто Судара какой-то охламонище мне подбил. Судара. Куда же мне идти-то? Что нужно здесь сделать? Неужели нужно возвращаться мне обратно к той двери? И уже, как говорится, смотреть по месту. Ладно, давайте мы так с вами сделаем. О, совушки полетели. Тихо. Так, минус. Здесь мы ничего сделать с вами не можем. Понятно. Да, здоровье у меня, ребята, здесь просто разлетается в пух и прах. То есть вообще я ватный, скажем так. Но это пока. Пока у меня нету ничего, ни брони, ничего. Так, может быть, я вот здесь могу запрыгнуть? Ну-ка. Да, вот здесь вот можно, ребят. Кто бы мог подумать. Так, мы получили какой-то платок. Слушайте, платок, я думаю, это, наверное, нам... Во. Да, молоточек лучше красный. Поэтому мы его и надели. Также у нас есть кристальная бомба. Ух ты, мы его туда вставили. Что такое означает? 280 дамага наносит молниями. О, как даже. Хорошо. Так, мне бы как-то перепрыгнуть здесь, ребят. Получится, нет? Ни хера не получается. Слушайте, а по идее должен как-то перепрыгнуть я. Ладно, шиш с ним. Ха, ухардукал. Иди сюда. Вот это вот, кстати, не чекушило-то и подбил тогда. Опа, мимо. На. Так, перышко взяли, замечательно. Двигаемся с вами дальше. Так, давай-ка вот сюда приподнимемся. Хрен тебе. Смотри, 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 ребят, со всех щелей лезут. Подожди-ка, подожди-ка, что-то я переборщил. Перепрыгиваем. И поднимаемся дальше. Что это за след... Ты посмотри, слизняк меня, гад, отравил. Фига он. Идет, 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 ребята, хламон. Да, так мы запаримся его бомбить. Ну, что, не понравилось? Хальберт, это у нас, ребята, типа копья. Хопа, хопа, блин. Не повезло. Что такое? Что такое? Оу! Что сейчас такое пролетело, а? Не знаю, ребята, но факт в том, что она здесь всех пожгла. Эй! Вот это да. Короче, мне нужно успеть по-быстренькому, да, я так понимаю? Точно, мне нужно, ребята, успевать здесь. Ну давай, 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 огонь, быстрее прекращай. Черт! Там лестница. Фак. Блин, быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Фу, я вроде бы успел, ребята. Отлично. Ну вот это прикол, а. Так, нужно дальше идти. Нужно дальше идти. Она все поливает и поливает. Так, погнали. Слизь опять это. Блин, не увидел, ребята. Посмотри, этот чувак у нас. А дай-ка я так попробую, что это будет. Блин, ни пера, ничего не осталось, ребята. Ни бомбочка, ни хренашечки. Стамина лоу. Я не вижу, что стамина лоу. Зачем вот это я сейчас делал? Я просто прыгнул ему под меч. Так, ну что, ребята, я поднял себе какой-то шлем. Давайте посмотрим, что это вообще за шлемок такой. Так, я его могу одеть. Во! Так, ботиночки. Вообще шикарно. И щит. Не знаю, хороший он, не хороший. Так, тут у нас два стрэнджа. Интересно, какой лучше? Я думаю, что вот этот, который на нас, лучше. Так, а я могу взять другой, вот этот, например? Могу, смотрите, ребята. Хе-хе. Взял себе копьишко.
Ну что, давай там, птичка, пролетай. Мне пора двигаться дальше. Побежали, ребята, побежали. Черт тебя подери. Перо. Надо взять перо, ребята. Вот так. Отлично, мы подобрали перо. Куда? Смотри, 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 что это такое? Что он делает, ребята? Не знаю, что это такое было, но мне не понравилось. Да ты будешь нормально-то бить? Тихо, тихо, он присасывает к себе, тихо. А, ребят, я все, я понял. Там, где черепки появляются, бьет молния. Отлично, разбомбили. Что-то мне не нравится вот это, ребята, секира. Давайте-ка мы с вами поставим. Ух ты, щит такой. Поставим с вами обратно вот это вот. Ух ты, подожди-ка. Что у нас здесь? У нас вроде бы нормально уже душ накопилось. Обилки. Мы сможем с вами, смотрите, обилки изучать. Только их пока у нас нету. Хорошо. Так, давайте-ка поднимем с вами уровень. Чего бы нам с вами взять? Вот это, я так понимаю, скорость, ребята, да? Отлично. И давайте еще силы с вами повысим. Все. Нет, можем еще хпшки, нет? Давайте мы вот так вот сделаем. Хп, да. Принимаем. Level up. О, так, что это за пугало? Так, подобрали фрагмент какой-то. О, посмотрите, по-моему, там чувак, да, сидит? Да, сидит. Чувак в бочке был, а? Вот хитрожопый. Знаете, что мне эта игра сейчас напомнила, ребята? Dark Souls, точно. Думаешь, с чем можно сравнить ее? Именно с Dark Souls. Та же самая практически тематика, ребят. Ну, только, конечно же, вот в такой графике. Смотри-ка, смотри-ка, ребята. Я не могу разбить этот сундук, потому что он восстанавливает себе здоровье. Ха, хитрожопый. Так, интересно, я здесь успею проползти? Давайте попробуем. Книга. Смотрите, наверху какая-то книжечка. Надо ее взять обязательно. Ё-моё. Так, бонус 5% к атаке против боссов. Ох, ребята, был бы еще перевод, как бы было бы классно, а? Так, нажмите старт, ну, нажал. Выберите вот это, выбрал. Все, я понял. Слушайте, это просто у нас как бы этот. Я думал, мы с вами оденем, но ничего подобного. Просто нашли и все. Ладно, спускаемся вниз. Что? У нас еще до сих пор это, ребята, обучение, что ли, идет? Нажмите А, чтобы упасть на платформу. Понятно. Вот так это делается. Воу-воу-воу-воу, слизняки. Пошли прочь. А, я травил все-таки, гаденыш. Так, что нам здесь пишут? Не понимаю. Ладно, неважно, ребят, все узнаем в процессе игры. Опачки. Эндлис какая-то. И Ионы. Два каких-то чувачка ведут диалог. И тут они меня, блин, увидели, да? Сейчас, чувствую, это будет первый босс, ребята. Блин, на сохранение это как далеко. Ядрёна ты вож. Зря я, наверное, так сделал, да? Оу! Дай перо. Я даже не успеваю, ребята, заюзать перо. Ты посмотри, что... О, во-во, я понял, понял. Вот так вот надо было делать. Вот так стоим. Не попадет же, да? Я расколол ее, говнюк эту. Да отойди ты от меня. Черт, придется опять, наверное, юзать. Давай-ка мы сейчас вот здесь. О, ребят, я думаю, сейчас мы ее вот так. Да, мы тоже не можем взять. Так, ты прыгай, 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 говнюха. Как бы мне тебя... А теперь моя очередь веселиться.
Ребят, немножко осталось здоровья у нее, так что я думаю, заколбасим. Ну, давай. Выделывайся. Ну, пробивной. Есть. Мне пофиг, что ты там бубнишь. О, мы ее не убили, ребята, она просто улетела. И получаем с вами какой-то талант. Нажмите старт. Так, выберите этот. Активируйте. Одно очко таланта, ребята. Короче, это у нас идет души пера. Это у нас стальные ноги. И какая-то душа. Вот теперь сиди и думай, что. Короче, тут у нас какая-то дополнительная защита и регенерация идет. Здесь, если мы используем с вами перо Феникса, то что-то 15 душ энергии возвращает, что ли, к нам обратно. А здесь 20% к скорости дамага на 10 секунд при использовании, опять же, пера. Ну, давайте вот это вот, наверное, с вами. А почему-то мы не можем. Ага, вот здесь вот. Погоди, показывают мне, что я могу использовать. Ну, я нажал. Так. И все. Хм, странно, смотри, ребят. Ну, X, принять. А, все, понял, ребят. Вот как это делается. Ну что ж, посмотрим, ребят, как это будет у нас работать в дальнейшем. Смертельный контракт. И я могу даже одеть его, представляете? Так. А вот это я тоже могу одеть? Тоже. И так я могу вот это перо напялить сюда. Ах, вот оно что, ребят. Тут до хрена чего можно надевать на себя. И вот так вот переключать. Ха, круто. Фига вокруг меня какая-то защита. Так, ну что, активируем здесь. Вот они, ребят, наконец-то мы с вами открыли ворота. Ну что же, всем, наверное, понятно, что путь у нас будет именно туда. Погоди-ка, это еще что за бомжара тут стоит? Слушайте, а может быть, не надо было его убивать, а? Черт подери, наверное, не надо было его убивать. Ну ладно, он сам виноват. Не представился, да? Побежал на меня. Так, ну что, лошадка, наверное, мы с тобой распрощаемся здесь. Слушайте, а может быть, надо было взять ее? Райдерс Пассаж. Вот так вот, всех буду наказывать. По-моему, я как-то двигаюсь пошустрее, или мне кажется. На радостях, блин. Колокол. Опачки, смотрите, ребят. Круто. Животину свою сюда призвал. Ух, да я их могу давить, оказывается. Кто бы мог подумать. Стоп. Я какую-то мразьку видел здесь. Ты кто такой? Подбить не могу. Так, у нас хватает с вами душ, чтобы что-нибудь еще повысить? Хватает. Так, давайте, наверное, житушки с вами повысим. Да, не очень-то много получилось. Принимаем. Хорошо. Лошадка, поскакали с тобой дальше. Это кто? А, это крабик какой-то. Опачки. Что здесь тряслось? Ребята, он сам, по-моему, слез с маунта. Ну-ка еще раз проверим. Да, он слазит. Лошадка здесь какая-то погибшая. Смотрите, что за... Здесь ре... Опа! Овал Кинг! Вот это, ребята, уже, по-моему, нешуточный босс. Черт, он за мной бежит, ребята. Что ты там творишь? Ха-ха! Неплохо, да, я его бомбанул. Тихо. Так, у меня, ребята, еще есть вот такая штука. Я не знаю, что она делает. Вот он псих, а. У меня есть перо еще какое-то. Вот посмотрим, что перо делает.
Да ладно, блин, перо меня, ребята, возвращает к первому к порталу. Ё-моё. Ладно, запомнили. Не будем больше с вами перо активировать. Так, Овал Кинг. Ладно, давай, иди сюда, гнида. Будем сейчас... Ага, не понравилось тебе? Да ладно. Блин, как же тут, ребята, быстро заканчивается станина, поверьте мне. Ее надо как-то развивать. Точно. Надо стамину увеличивать. ХПшки, это все, конечно, хорошо. О, как я ему сейчас хорошо прописал. Оп, тихо. Нормуль. О, тихонько, блин, нифига ты там. Вот это ты вытворяешь, гад. О, ребята, у меня столько здоровья, даже не заметил, что у меня охренеть какое-то здоровье. Вот надо теперь столько же стамины себе сделать. Иди сюда, говнюк. Так, радоваться-то рано, ребят. По-моему, надо перышко использовать. Оно нам здоровье восполняет очень и очень мало. Вот в чем проблема. Иди сюда, говнюк. Добивать тебя буду. Ну, опа, и лошадка моя прискакала. 208 шардов мы получили, ребят, за этого босяру. Это же круто. Двигаемся с вами дальше. Слушайте, а вот здесь вот, по-моему, я могу, ребята, спуститься вниз. Давай-ка потихонечку. Так, зачисточку, естественно, ребята, сделаем. Мало ли тут чего, да? Трупы лежат. Причем такие же, как мои, да, ребята? Опа, как мне вон туда? Смотрите, там книга наверху. Блин, орбы, и мне туда, эть, не попасть. Все-таки, ребят, я не понял, что вот это такое. Think carefully about what your demise. Так, я ее могу призвать, да? Слушайте, я не знаю, ребята, что делать. Читать. Не буду я нафиг его читать, пока этот контракт. Я не знаю, что будет. Такое ощущение, что мы сейчас просто-напросто погибнем, и все. Слушайте, а может быть, надо его прочитать? Cancel контракт. Это отменить контракт, что ли, получается? Ты действительно хочешь отменить контракт? Ну, говорят мне. Нет, не хочу, ребят. Незачем, мне кажется, этого делать. Себе, наверное, будет дороже. Так, подожди, как колокол. Лошадь мы сюда призвали. Так, а вот еще, ребята, книжка. Кросс-флэш. Нормуль. Что у нас здесь такое? Куда-то с вами перебрались. Оу! Ребят, какой-то город у нас. Центральный санктуарий. Центральный город, что ли? Рест. Ага, давайте-ка мы с вами... Слушайте, а где у нас, интересно, повышается стамина? Давайте, это у нас интеллект. Так, это сила. Это обилки. Вот она, стамина, ребят. Ну, интеллект, я думаю, нам не нужен. Скорость еще может быть повысить. А, все, ребят, не можем ничего делать. Отлично. Две стаминки мы выучили. Давайте посмотрим, насколько... Чё-то я в упор не вижу, чтобы у нас выросла шкала. Что такое? Up here. Past the city. Смерть. You must talk. No. Что-то нам втирает здесь. Смотрите, ребята, тут духи ходят. Ну-ка, давай-ка мы с тобой спустимся сюда вниз. Это, наверное... Ага. И я не могу сюда пройти, или могу? Нет, не могу, ребята, что-то нужно. То ли ключ,
яхту или еще что-то в этом роде. Ладно, давай сюда пройдем. Смотрите, еще один дракон. Баста его звать. Что-то рассказывает мне какую-то историю, очередную небылицу. Ладно. Поговорить. Так, мы можем просто с ним поговорить. Видимо, он дает какое-то задание, может быть. Так, можно... Опа, опачки. А у меня-то 45 всего лишь. Я потратил, ребята, все. Черт подери, прикольно. Так, а вот здесь вот... Эх, никак не взять, не подобрать. Ладно, ребята, давайте здесь посмотрим. Поговорить. Купить. Все, ребята, покупается за души. Как ни крути. Так, а здесь... Джейко. Да-да-да, вы всегда любители поболтать, торгаши. Что есть у вас, то есть. Опустили. Тихо, тихо, тихо. А, мы можем вот так вот. Теперь у нас сокращенный путь есть. Хорошо, ясно. В общем, ребята, это у нас городишко. Ну, даже не городишко, это типа заставы, где мы можем спокойно поторговать. Ты посмотри, что творит, а. Как вам, ребята, а? Неплохо было, да, сделано? Ой! Вот это да. Этот прикол. Слушайте, а я что, без лошадки пойду дальше? Здравствуйте, приплыли. О, ребята, помните вот этого дракона, который в самом начале нас тащил? Так он погиб, по ходу дела, вот от рук этого рыцаря. Только не говорите, что я сейчас буду с этим рыцарем драться. Нет, он ушел. Как я тебе могу помочь, дружище? Враэль. Видимо, никак я ему не могу помочь. Так, активируем здесь. Ага, открыли себе проход. Обрубили цепь. Не знаю, зачем мы это все с вами делаем. Но, видимо, надо так делать. Кстати, ребят, вот так вот прыжки вниз. Это, я думаю, что неправильно с моей стороны. В плане того, что мы можем куда-нибудь с вами упасть. Например, на шипы или разбиться. Ух ты, смотрите-ка, это что у нас такое? Дракончик стоит какой-то там, торгует зельем. Так, ну, и что ты мне предлагаешь? Выпить? Хорошо. Мы с вами приобрели пивко у него, ребят, какое-то. Так, бульварк, книжка. 5% к бонусу. Против боссов, опять же. Открыли ворота. Ребят, я уже, честно говоря, запутался. Ёпрасоте. Это я попал. Сейчас, ребят, разберемся с ними. С этими охламонами. Фига ты, блин, бросай. Так, ну-ка, отойдем. Там, ребята, видите, газом плюются эти мелкие демоны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Alt U, так, ну-ка, LT и U. У нас получается какой-то удар. LT и U, сейчас посмотрим. Слушай, ну LT U, понятно, да, это удар. А вот LT и U. Странно как-то. Ну что, говнюк. Черт тебя подери. Да хорош, ну размахался-то. Надо, ребята, хиляться срочно. Он бежит как псих. По-моему, ребят, я сюда зря ломанулся. Ты посмотри на этого дебила. Он неугомонный, просто-напросто. И где я начинаю? 2 дня спустя. В плане 2 дня спустя. Это что, это... Что-то происходит, ребята, интересно такое. Нихера! Ты посмотри, что. 40. Воу, ребята, так это же я еще, видимо, при жизни. Ну, когда был нормальным человеком-воином.
Просто жесть какая-то тут. Но я-то скачу. Выжил. Ого, смотри, смотри. Это, ребята, все боссы будут. Я их видел. Ах ты, я уже начинаю играть. Так, ну-ка давайте сюда. Будем сейчас этих рвать, ублюдков. Иди сюда, блин. Так, отлично. А этих. Так, это что там стоит такое? Ой, ребята. Блин, Эндлис. Мы с ней уже встречались. Только не говори, что это босс. Да, ребята, это босс. Но у меня нет здоровья. А значит, я могу ее, наверное, валить сколько захочу, да? Нет, наверное, мне показалось. Вы увидели, насколько она херачит? На 170. It's time for me to go. Так. I'm afraid so. What do I always tell you? That's right. А это-то что еще такое? Кто такие? Of course it is, Sora. Don't worry, my boy. I'll be back. Короче, мать уезжает, попрощалась с сыном. Сын бедный остался весь в слезах. Да что, черт подери, здесь происходит, а? Смерть нам типа рассказывает нашу предысторию. Воспоминания какие-то наши всплывают здесь. Ага, вот, помните, самое начало. Где настащит вот этот вот дракон. Cremation. One ring. Not in the mortal realm, no. Русского языка не хватает, ребята. Этой игре русского языка не хватает. Так, возвращаемся. Ага, мы вернулись. Я вот теперь сижу и думаю, а надо мне туда идти? К тому упырю или нет? Ну-ка. Ха-ха, смотрите, что я могу делать. Вот так вот можно сделать, ребят. Без проблем. Просто пробиваешь и все. Самое интересное. Да ядрёно ты вошь. Может быть, я зря сюда ломанулся. Да, тихо ты. Да успокойся ты. Ёлки красоты, ребята. Что ж за кутерьма-то такая. Дайте мне хоть что-нибудь. Хоть как с тобой драться-то. Да ладно, ребята, я вообще ему дамага даже не наношу. Пипец! Это просто пипец, блин. Вы издеваетесь, что ли, блин? У него еще фаза 1, фаза 2, блин. Что? 16 шардов, ну? Предположим. О, ребятушки, вот это жесть. Вот это называется жесть, действительно, блин. То есть, не имеет значения, да, я могу пойти туда, могу сюда. Но в любом случае мне придется драться с боссом. Офигеть просто. Так, ладно, дайте. Я могу сюда наверх же? Могу. Дайте я возьму. Так, а здесь-то? Здесь-то как? Понятно все. Все эти бочонки, все это ломаем, крушим. Так, вот здесь надо перепрыгнуть. Потому что, ребят, там у нас будет этот. Вот так вот мы делаем аккуратненько. Здесь тоже аккуратненько. Во. Поднимаем. Так, листочек Гайи. Что нам дает? Да иди ты, ты достал уже с взрывчатками с этими, а. А как мне интересно вот теперь наверх туда попасть? Это-то понятно, эти у нас ломаются. Слушайте, ну на босса, мне кажется, рановато мне на этого идти, рыцаря. Это смерти просто-напросто подобно. Че, только один вариант вниз? Ах, смотрите-ка, мы можем сюда пойти. И сейчас опять какой-нибудь босс. Я не удивлюсь. Нет, ребята, все как-то подозрительно тихо. Надо было мне здесь, наверное, на лошадке скакать. Так, нужно что-то нам сделать для того, чтобы открыть. Но у меня этого нету. Зашибись, прискакали. Сюда зайти мы тоже не можем. То есть возвращаемся с вами обратно.
Понятно. Что ни хрена не понятно. Давай, лошадка, иди ко мне. Слушайте, а может быть мы можем на лошади пробить, а? Давайте попробуем. Хотя в чем-то я сомневаюсь. Ну, да. Это бесполезно было. Слушайте, мне вот еще интересно, я могу здесь как-то улучшать, затачивать, например, оружие? Или же нет? Дайте-ка я их раздавлю просто в хлам. Перо, я вижу перо, дайте мне его подобрать. Что я сейчас сделал? Зачем я вот это сделал, а? Я все время забываю, что у нас здесь, ребята, есть перья, которые нас возвращают обратно. Кстати, смотрите, здесь такие же ворота. Хм. Странно, а что нужно для того, чтобы пробивать их? Что-то надо, наверное, использовать. Так, 145 душ у меня сейчас в данный момент. Здесь нам, опять же, не пройти. Все это у нас неактивно. Этот там сидит. А что вот это за дух такой? Просто ходит, да? С ними пообщаться, ничего нельзя сделать. Да успокойтесь вы, а? Нищеброды, блин. Ну давай, 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 падай. Отлично. Ладно, ребята, я буду спускаться в самый-самый низ. Здесь мы были. Ну а тут у нас, по-моему, будет сейчас. Хотя мы можем вот так вот сделать. Я их могу подбить? Слушайте, ребят, я их не могу подбить даже, вы представляете? Подстава. Darkness Falls. Что это еще такое, блин? Да ладно вам, ребят, по-моему, я забрался, по-моему, не туда, куда надо. Черт, вас побрал бы. Умру сейчас, погибну, да, ребята. Короче, это полная жизнь, непредсказуемая игра. Я не знаю, как в нее, ребята, играть. Куда ни сунься, тебя просто колбасит. Причем в легкую. Пойдешь туда, там босс. Пойдешь сюда, там еще какой-нибудь говнарь появляется. И везде мы с вами получаем люлей. Что-то мне поначалу она не показалась такой сложной. Да. Вот так вот, ребята. Давай, падай. Действительно, неужели здесь нету ни карты, ничего? Как мы можем вообще ориентироваться-то, а? Так, что такое? Санстон. Что он там дает? Я не знаю, этот санстон. Ну давайте еще разок сходим на босса, может быть. Получится у нас его заколбасить или нет? Мне кажется, вряд ли. Сейчас мы глянем вот здесь, что у нас тут наверху творится. Ага. Травят, травят, травят. Ой, ребят, и тупик, да? А, нет. А, вот оно, ребят, я открыл те ворота. Теперь понятно. Ворота мы открыли с вами. Травят нас, ё-моё. Давай, 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 давай. Отлично. Сейчас, по-моему, отдуплюсь я, ё-моё. Тьфу ты. Любая срань, ребята, здесь может тебя убить. Просто. Твоя жизнь здесь ничто. Ну что же, ребята, я думаю, что раз у нас здесь с вами сейф недалеко, мы, пожалуй, и будем завершать на этом наш видосик. Ребят, ну вы уж пишите, как она вам. Стоит ее дальше играть, мучить или нет? Так-то, в принципе, она мне понравилась. Но уж чересчур как-то сложно все здесь. Ну,
Может быть, мы еще, конечно, с вами не так хорошо и разобрались в этой игруле. Может быть, в дальнейшем все будет просто супер. И мы будем пищать от нее. Ну, на данный момент она, блин, ну просто нереально сложная какая-то. Так, что это вот за жучок такой? Ой, я его могу подбить. Подбил, и что он там нам выронил? Камень души. Так, мы с вами повысили урон. Давайте я попробую накумарить. А у меня тут... Не-не-не-не, ребята, это не скользняк. Он меня просто рвет. Представляете, под один этот попал электрический шарик и отдуплился. Ладно, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.